Я приветствую вас, дорогие мои друзья, на канале Angel Planet. Мы начинаем бесплатный Таро-курс. Таро безумной луны, Таро девиантной луны, она еще называется. Пока я рассказываю небольшое вступление, не забудь поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Итак, я в этом курсе буду рассказывать о том, как у меня проигрываются эти карты, расклады, каковы значения и как они проявляются. Расскажу вам по общим моментам, частные значения, дополнительные какие-то вы узнаете без воды, все кратко, четко и без перевернутых моментов, потому что колода и так несет подсознательный смысл, очень много неосознанного в этой колоде есть. Итак, автор колоды, его зовут Патрик Валенца. Он начал рисовать эту колоду с детства, но впоследствии, уже когда он повзрослел, пережил свой кризис, он ее дорисовал, доделал, любил с детства гулять по кладбищам, и какой же смысл он нам заложил в эту колоду. На арканах мы видим героев, которые вот с лицами луны, они такие луналекие, они могут быть темными, светлыми. Это нам говорит о том, что белые они светлые, темные у них темное девиантное поведение, есть неосознанное девиантное поведение. Девиация – то, что выходит за рамки, за границы общепринятых норм. Вся девиация, которая есть, она из неосознанного, он в свое время увлекался Юнгом, был юнгенистом. И все коллективное и неосознанное, которое есть, оно проявлено в этой колоде. Все стратегии в поведении, например, отношения хорошие, но в раскладе неосознанно человек не может принять решение. Также мы видим волосы. Если есть волосы, то это значит связь с подсознанием, да, это такие антенны. Они или заземляют, или возвышают, да, нам стоит заземлиться, рассмотреть ситуацию поглубже, как в повешенном, или нам стоит возвыситься. Также мы видим в этой колоде, что жизнь играет, все мы в ней актеры, у всех есть социальные роли, и девиация в поведении может проявляться в этих социальных ролях, и как же она проявляется, мы увидим в толковании карт Таро, в толковании раскладов. Также тут есть у нас шахматные доски, это герои высокого уровня, аркана высшего порядка, на которых мы видим, что они управляют всей остальной игрой. Что еще нам следует знать, так это смотреть, в какую сторону смотрят герои на раскладах. Они смотрят друг к другу, повернуты, значит, у них партнерство. Если кто-то из высших арканов смотрит на более низшие, да, то мы сразу понимаем, что ситуация управляет человек более высокого уровня, более высокой власти. Если мы видим, что люди отвернуты друг от друга, герои на картах отвернуты, то значит, им не по пути, в разные стороны смотрят. Или они могут смотреть в одну сторону, или один за другим. Как бы идет, бежит человек. Один ведет, другой ведомый. Надо смотреть, в какую сторону, в какие направления движутся у нас арканы. Итак, начнем мы с первого аркана. Аркан дурак. Что мы на нем видим? Человек сбежал из психушки или из тюрьмы. Черно-белые полосы пропитаны символизмом того, что бывает черная полоса, бывает белая. Вернее, красные полосы. Красные – это такой нервический напряг красного. Белые полосы. Рыбы, которые кусают за ноги, предостерегают это страхи, и они начинают кусать и заставляют человека двигаться. Совет по карте. Выше ноги, скорее выбирайся из болота. По моему опыту эта карта проигрывается как человеком, например, могут уводить в отношениях, то есть увод, особенно если рядом карта негатива показывает о том, что есть приворот. В карте дурака мы видим, что он бежит в одну сторону, а смотрит в другую сторону. Возможно, его уводит. Он не хочет, но идет, а вот назад оглядывается. Потому что не понимает, что с ним происходит. Девиация, его ведут на заклание, скажем так. Нету секса в отношениях, потому что это вот дурачок такой, да. А, кстати говоря, из-за приворота, да, тоже нету интимных отношений. Дальше у нас по работе. Для работы карта хорошая. Но опять же, она нам говорит о том, что не стоит застревать в одном месте, в одном мире, выше ноги и убегаем отсюда из этого болота. Да? Страхи они подстегивают нас начинать новые дела. Пусть страшно, но все равно бояться, но делать. И карта для работы благоприятная. Но она также предупреждает о том, что мы начали, и чтобы обратно вот не вернуться в психушку или в тюрьму, надо смотреть, куда бежать. Поэтому такая вот карта, да, в отношениях может быть противоречивая, не очень хорошая, а для работы хороший аркан. Переходим к следующему аркану, аркан маг. Мы видим, что человек на сцене стоит, наш герой маг стоит на сцене, у него несколько рук, намек на Шиву, на многозадачность, на то, что человек хочет быть богом, да, управлять своей жизнью. Но, как известно, вот на двух стульях не усидишь.
И приходится что-то одно выбирать. Совет по карте. Выбираем конкретное направление, чтобы не распыляться, чтобы фигры там, фигры тут, ну, не разбиться в нашей мечте, а идеи не разорваться и не выгореть. Для работы карта хорошая, но она говорит о том, что надо приоритизировать, что сейчас главнее. Работа. Работа здесь, работа там. А какая именно работа? А здесь у мага не настроены контролирующие моменты. Он все делает сам. Соцсети сам, бизнес ведет сам, все сам и делает сам. Поэтому тут совет такой. Все хорошо для бизнеса, для работы. Отличный аркан. Но дает совет. Надо выстраивать, да, нанимать людей, выстраивать иерархию, развиваться. Не только в плане вот развития собственного, но и строить вокруг себя команду. Для отношений тоже должна быть приоритизация. Для отношений карта хорошая, но тоже дает совет, что надо смотреть. Кто где важнее и главнее. Человек может быть для него работа важнее, чем отношения. Или он приходит, когда в отношения, и только тогда, когда он в отношениях находится, про работу забывает. То есть тут совет, надо строить приоритизацию. И для отношений не совсем хорошо, понятно и приятно, потому что человек во время отношений думает все равно о работе. Как бы ему не разорваться, и отношений хочет, и работу хочет. Тоже совет приоритизировать свои предпочтения. Далее у нас идет аркан жрица. Аркан жрица нам говорит о том, что все хватит, мы видим на карте женщина такая в облупившемся старом костюме прикрывает дороги, говорит, нет, все, хватит. У меня проигрывается, как женщина старая, например, в отношения лезет мама какая-нибудь, да. На запрос, открыты ли дороги, говорят, закрыты, запрет, может быть, застой. Надо сначала, чтобы прогрузились текстуры нового будущего, прежде чем продолжать что-либо. Но вопрос, можно ли это изменить, если рядом хорошие карты, то можно изменить, можно открыть эти дороги. Если нет, то все, это завершение многим отношениям. Редко показывает на то, что есть измена, потому что это скрытые тайны. Если рядом императрица, может показать на измену. Или, например, тройка кубков рядом с этой картой. Но чаще всего показывает вот женщину или родственницу, родственников, кто лезет в отношения по раскладу в отношениях. Для работы карта, которая требует ожидания, требует обучения, требует новых познаний, требует проживания проблем. Проблемы уйдут, работа продолжится. Не могу сказать, что прям сильно плохая карта для работы. Но прогрузится текстура нового будущего. Будем жить. Просто сейчас надо узнать, осознать, понять, для чего дана была эта ситуация. Для чего это нужно было в жизни человеку. Это все вот по этой карте, об этом задуматься. По отношениям тоже можно задуматься, для чего он, для чего она, почему такие препятствия, что они дают, для чего они нужны. Все об этом. Следующий аркан у нас – это аркан императрицы. Тут такая яркая женщина. Она тоже управляет на шахматной доске, как и жрица. Императрица управляет, может управлять ситуацией. Она такая, тут она самодовольная. Это не та женщина в прямом аркане императрицы, которая свой двор создает, да, там дом, за детьми следит, хотя тут три груди, она может выкормить кого угодно. Ну а здесь императрица у нас эгоистичная. Если есть соперничество, то вот императрица не любит других женщин соперничать, да, все такие конкурентки для нее за влияние мужчин, скажем так. Поэтому императрица тут карта хорошая для любви, для жизни. Если рядом есть указывающая карта на измену, да, она может показывать на измену. Если измена в отношениях, может сказать, да, есть. На запрос, если измена, может показать, что есть. Также может показать великолепные интимные отношения, может показать хорошую работу, может показать уверенность в себе, выстраивание рабочей карьеры. И по этой карте, по этому аркану можно победить всех соперников, соперниц и преодолеть все препятствия. Императрица тут очень благоприятная. Дороги она открывает. Открыты ли дороги? Да, аркан высокого уровня говорит, дороги открыты. Там у нас император. Император, как мы видим, подавил такого бычка. Он тоже на шахматной доске. Тоже надо смотреть рядом, какие карты, кого он подавляет. Подавляет или он на равных идет с императрицей. Смотрят ли они в одну сторону, да, друг на друга, или они в разные стороны смотрят. Смотреть надо в раскладе, как выпало. Они могут быть на равных, но каждый пойдет своей дорогой. Император подавляет бунт, он к себе очень требователен и требователен к остальным людям, тем, кто управляет. В отличие от мага, император уже выстроил все эти цепочки, да, делегировал полномочия.
создал необходимые рабочие места, и только теперь ими управляет и контролирует, он развит в силе своего слова. На отношения дает официальные отношения, если есть обязательства, он эти обязательства готов выполнить. Не всегда для отношений это благоприятно, потому что если отношения уже длятся долго, то нету чувств. Император, он такой ответственный, но вот он ходит уже, контролирует, ему уже не до чувств, не до экивоков, не до нервности, он такой строгий, жесткий. Он сам себя научился подавлять, контролировать, и других тоже. И с таким предвзятым мнением может относиться в отношениях. Если это в начале отношений происходит, то следует призадуматься. Может быть, вот расклад, если для женщин, то, может быть, отношения нужны такие официальные, чтобы женщина была как тыл. Но если женщина-императрица выходит, то они подходят друг другу. Так оно в раскладе проявляется. Или если женщина выходит в аркане более низшего уровня, она, например, там королева жезлов или пентаклей, то император все равно будет управлять всей ситуацией ей. Не будет, например, с ней советоваться. Он так сам привык принимать решения. Но женщине, возможно, будет не хватать этих советов, этой любви и какого-то такого внимания. В плане работы аркан хороший, потому что император тут все возможности открывает. Совет дает упрямство подавлять, ситуации принимать, но не сдаваться. Работать над собой, потому что тут император подавил этого бычка, да, этот бунт, это бунтарство. И к себе, да, предвзятые такие моменты знает, как над собой работать и к другим. У нас это аркан Иерофанта. Иерофант такой закостенелый у нас, самокритичный человек, очень формализованный, официозный. Для отношений карта может быть хорошая, потому что если надо, да, официальные отношения, предложение руки и сердца, то это благодаря Иерофанту, но он может быть и таким религиозным фанатиком. Для официальных отношений, если вот запрос на развод, то, может быть, и не даст человек развод, потому что это неприлично разводиться, да. А как же дети, а как же вот это все? И женщина, да, тоже может разводу не давать, хотя это излишняя такая установка, из-за которой вот закостенел наш Иерофант. Он весь такой статичный, замороженный, какие-то установки, такие старые религиозные догмы не дают ему развиваться. Ну вот в плане начала отношений, в плане официальных отношений хороший расклад, хорошая карта в этом случае для отношений. Можно также посмотреть, что так как тут догматизм, надо смотреть на куколку, которая находится у него в кармане. То есть он всех вот придерживает при себе, вы у меня, да, сами знаете где, я вас попридержу. Если что, вы у меня как кукла, я могу этими домами манипулировать и вами управлять. В любом случае, на это стоит обратить внимание. Он также стоит на шахматной доске и также может управлять всеми ситуациями. Если рядом негативные карты, то советуют проработать эти установки догматичные. Если рядом хорошие карты, то это правильные установки, которые ведут к правильному развитию отношений. Для работы это какие-то такие системы, да, тяжелые индустриальные системы, как вот винтик, да, в какой-то системе человек. А для работы, с одной стороны, карта неплохая, особенно те, кто ищет работу, они вот найдут ее, ну, вот в таком ключе. Следующий аркан у нас – это аркан влюбленных. Влюбленные у нас отражаются как вот сила, да, темная такая, хочет завладеть светлой невинностью. Белая девушка наслаждается. Аркан показывает там наслаждение для любви, для отношений. Если этот аркан попадается, он стоит в хорошем положении. Это значит, что есть любовь, есть наслаждение. Для работы наслаждение уже имеющимися благами. Кусают змейки за ноги. Змейки предупреждают, с одной стороны, наслаждаться можно, но дело время, потехи час. Слишком много наслаждений идет за собой, слишком много негативных последствий. Да? Не забывайте, что надо двигаться дальше. Не забывайте, что есть обязательства. Когда змей-искуситель соблазнял, он соблазнял, и нам этот урок до сих пор на всю жизнь, да, не повестись на это искушение, на это чрезмерное наслаждение. Чрезмерное наслаждение ведет к созависимости. Для работы расклад такой, что да, мы пока наслаждаемся своими результатами, и все дороги открыты. Но также совет – не забываем развиваться дальше. Следующий аркан у нас – аркан колесницы. Колесница нам говорит о том, что надо ехать. Тут мы видим такого человечка, который в броню закован. Нет у него лишних рук-ног. Все атрофировано, одни колеса, и вот забрало, да? Он едет. Для работы это хорошая карта, потому что вот я вижу цель, не вижу препятствия. Я в броне, я под защитой. Меня никто не может ранить или обидеть. Никто не может мне повредить или помешать.
для отношений, кажется, не очень хороший человек находится в закрытой позиции. До чувств, до эмоций не достучаться. До разговора тоже не достучаться, потому что человек как бы всегда в бегах. Может быть, расстояние, может быть, отвычка друг от друга. Люди на расстоянии отвыкают. Человек на расстоянии, вы его можете не чувствовать. В переписке одно, а чувства другие. Не знаете, что рядом с ним происходит, и действительно не можете адекватно оценивать, да, не чувствуете на расстоянии этих вибраций, как вот через эту броню. Поэтому для отношений это может быть не очень хорошая карта. Если рядом есть намек из арканов на измену, то может быть измена. Ну, потому что, да, уехал в командировку, непонятно, что там с ним. Кто там с ним, что происходит. В целом такая, да, для работы разъездная деятельность, могут быть командировки в раскладах. Если открыты дороги, вы спрашиваете, да, там про смену работы, дороги открывают колесницы, дороги больше всех открывает. Следующий аркан у нас – это аркан правосудия. Мы видим здесь судью, который в двух руках держит по мячу. В третьей руке откуда-то третья рука взялась, да, это намек на взятки. Держит рыбу, придерживает и ногой попирает. Одной ногой-то он чудовище попирает, а вот третьей рукой вот, ну, может не гнушаться взятками и такие чудовища, да, брать. Аркан для отношений не очень хороший, никто никому ничего не должен. Правосудие вас разрубило, на вопрос, будет ли развод. Правосудие говорит, развод будет. Разные стороны людей разводят, все, каждый идет в свою сторону. Если рядом хороший аркан, то бывает, что просто люди живут, хотят разного, но никто никому ничего не должен. Такое сожительство уже достигло апогея развития отношений. И оно уже требует вмешательства правосудия. По суду, если вопрос, то тут намек на взятку. Если идет правосудие и власти хороший расклад, и кверент запрашивает вопрос, в мою ли пользу решится суд, то говорят да. Если рядом негативные карты, то дороги закрыты, говорят нет. Для работы. Это система власти, властные структуры. Или влияние на обычную работу налогов или властных структур или законов. Могут быть проблемы с законами, и чтобы их решить, опять намек на взятку. То есть влияние на работу идет правосудие. А может так проигрываться, а может проигрываться то, что, например, где-то налоги не доплатили, но вселенная, она гармонична, и правосудие делает так, что человек потом в другом месте деньги свои теряет. Эквивалентные налоги зачастую. Отшельник, мы видим человека, который забрался куда-то на чердак, ото всех спрятался, закрыл руки, ноги, голову в позе ребенка. Да, верните меня обратно в трубу, не хочу тут жить, не могу, не справляюсь. Мотивации по такой карте нет, ответственности по такой карте нет. Человек голый, беззащитный, и как бы вот ни в чем не виноватый. Вопрос на отношения, нехорошие моменты идут, когда партнеры показывают в отшельнике, он такой весь забитый, он страдает. Пока не отстрадает, он оттуда не вылезет. Ответственности, у него нет сил взять ответственности на себя, чтобы со всем с этим справляться, поэтому он закрывается в себе, во всех уходит, во всех прячется за свою невинность, беззащитность, потому что он понимает, что он не может решить эту проблему. И тут девиация такая, да, вроде как вы вопрошаете, чтобы отношения были хорошими, но неосознанно человек не сделает свои обещания, не выполнит, не сможет, уйдет в себя. Вернется не скоро, пока не настрадается. Тут вот могут быть депрессии, психические такие моменты, которые он проживает. Негативные состояния. Карта может указывать, на запрос, если негатив, карта может указывать, что да, негатив присутствует. Как бы вот загнали человека туда на чердак, куда-то загнали. Ну и десятка мечей, она тоже буквально об этом же, на это же намекает. В плане работы тоже надо взять паузу, возможно, даже задуматься о смене работы. Период, чтобы задуматься, период, чтобы решить. Для работы не очень хорошая тоже карта, потому что нет ответственности решить вопросы. А нельзя, надо вот только ждать, пока эти страдания пройдут, пока появится эта ответственность, пока человек выйдет. Он готов будет общаться с окружением, с окружающими, и готов будет все это удерживать. Нужна помощь, да, в основном таким людям. Но надо смотреть в раскладе, задавать вопрос, нужно ли, да, помогать или нет. Нужна ли помощь, как можно решить этот вопрос, чем помочь. Надо прям задавать тоже эти вопросы, когда выходит отшельник, и нужно ли, собственно. Может быть, действительно, отшельнику сейчас лучше побыть одному и решить. Если рядом идут хорошие карты, в раскладе на отношения застой пройдет. Если карты плохие, то может указывать на разрыв отношений отшельника. На завершение. Завершение жизни также отшельник может указывать. Тоже надо смотреть, какие карты рядом. Рядом подтверждающие карты. Два из трех в триплете всегда будут говорить о завершении, о преобладании, о превалировании этой энергии над этой. И в плане отношений также мы смотрим. Хороший рядом расклад. Да, значит, вот этот период пройдет, человек примет какое-то решение.
в любом случае принятое решение будет. Нет, это тоже решение, да, это тоже решение. Молчание, человек в отшельнике как результат, это тоже решение. Иногда молчание, это тоже ответ. Тоже такой неопределенный, но он имеет место быть. Поэтому не ищите конкретно да, конкретно нет. Иногда серединка, иногда люди лавируют, ищут эту золотую середину. И это тоже имеет место быть, так люди живут, в принципе. Следующий аркан – это у нас колесо фортуны. Тут, скажем так, ведьма пугает горожанина, он боится, она крутит колесо фортуны, и наверху чертенок управляет этим колесом. Намек на то, что чем черт не шутит. Ну вот не так страшно черт, как его малюет, горожанин, может быть, зазря боится. Для отношений. Один партнер может пугать другого. Пугать своим неадекватным действием, поведением, какой-то девиацией. На соседних арканах можно понять, чем пугает. Может быть, как раз своей закрытостью, колесницей, да, или то, что уезжает, бросает через колесницу. Или, например, пугает десятками, через что он там себя весь закрытый. Или что он император, да, такой подавляет, подавляющий тип. Надо смотреть, какие рядом арканы, что пугает. Совет не бояться по этой карте. Глаза боятся, руки делают. Поэтому в отношениях, что может еще быть рядом? Если рядом хорошие арканы, то значит, колесо фортуны повернется в хорошую сторону, новый виток отношений будет благоприятен. Если рядом плохие арканы, колесо фортуны повернулось не в хорошую сторону, да, в негативное состояние, в отрицание. И, значит, все страхи были обоснованными. Если рядом еще звезда стоит, да, интуиция, то, да, страхи могут быть обоснованными, но не сдаемся, живем дальше. Что ж теперь, что ж поделать, да? Ну вот так, смотрим, обоснованы ли страхи, не обоснованы. Вот эта вот девиация пугает. К чему стоит прислушаться? Может быть, действительно стоит знать об этом человеке, что у него такие девиантные черты характера и поведения. И стоит обратить на это внимание. Для работы также хорошая карта рядом, хорошее развитие. А в работе будет колесо фортуны, даст и денег, и отношения, и все даст. Если плохие карты, да, то в работе, может быть, как совет, стоит притормозить туда, куда идете. И совет по колесу фортуны. Мы все равно живем, но расклад – это не истина в последней инстанции. Можно воспользоваться этим раскладом и посмотреть, ага, если колесо фортуны не туда поворачиваются, что надо предпринять, чтобы это нивелировать или избежать, или, может быть, даже предотвратить. Если вам понравилось, я буду дальше рассказывать про Таро девятой луны, про то, как проигрывать эти значения, что они значат в общем смысле этого слова. Пишите в комментариях, стоит ли, да, продолжаем мы изучать эту тему или нет. Не забудьте поставить лайк, подписаться. И поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я жду вас на личных раскладах и консультациях.